Здравствуйте, все зрители, подписчики моего канала. Всех поздравляю со старым Новым годом. Еще продолжается цветение моей гибридной катлеи. Ссылку на начало ее цветения я дам в описании. Немножко изменила она окраску цветов. Он стал, вы видите, тут высвечивает немного камера, более насыщенным, более оранжевого оттенка, типа домашний, как у домашний желток куриный. Есть слабый аромат такой розы чайной. Цветы стали еще, по-моему, побольше. Красивая очень губа, еще более яркая по сравнению с сепалями и петалиями. Катлея Окландина Шлериана уже отцветает. Она начала отцветать 11 числа. Большое спасибо всем за внимание. Еще раз с Новым годом, со старым. Побольше всем здоровья, красивых цветов. До свидания.